Московской области дети-сироты, поступившие в техникумы и вузы, автоматически получат стипендию губернатора Подмосковья. Для этого им не нужно подавать никаких заявлений, все придет проактивно, сообщает пресс-служба регионального Минсоцразвития. Всего в Подмосковье стипендию губернатора получают более 6 тысяч детей-сирот. Стипендия ежемесячная, ее размер составляет 6 тысяч рублей, а первые проактивные выплаты поступят до 25 сентября.